Марина Иванова – мама пятерых детей. Она, как никто знает, сердце спокойно, когда здоровы дети. Вопросы профилактики детских заболеваний и оказания первой помощи ее заботят всегда. И своим постоянно напоминаю, что как нужно вести себя в той или иной ситуации. Но ведь дети, бывает, что забывают заигрываться. Сегодня в Центре социальной помощи семье и детям состоялась встреча врачей Сергея Одношивкина и Натальи Муратовой с родителями. Доктора уделили внимание теме безопасности. В разгар каникул растет число случаев травматизма, падение из окон, травмы при использовании электросамоката. В погоне за эксклюзивным фото ребенок порой рискует жизнью. Наши подростки залазят на крыши электропоездов и фотографируются. И происходят такие несчастные случаи с летальным исходом, когда идет электрическая дуга, да, полностью, и с летальным исходом. То есть дети либо в тяжелом состоянии, либо погибают. Задача родителей – предупредить детей о возможной опасности. В детях наше будущее. Действия все в любых ситуациях, в любых сложных ситуациях, и даже порой критических, они должны быть безотлагательны. Счет идет на минуты. Поэтому от ваших действий, как от родителей, зависит очень многое. И даже часто жизни ребенка. Врачи напомнили о важности соблюдения мер безопасности в условиях пандемии. Заболеваемость коронавирусом остается высокой, а лучшая профилактика – это вакцинация.